В Великом Устюге отремонтированы более 70 платформ автобусных остановок. Три из них обновлены в микрорайоне Гора. Работы выполняются по программе обеспечения безопасности дорожного движения. Средства на капитальный ремонт выделены из городской казны. К сожалению, не все устюжане ценят чужой труд и немалые бюджетные вливания в благоустройство. Обо всем подробнее совсем скоро расскажет Екатерина Вижанина.